Так, всем привет. Ну вот, 20 мешков по 25 килограмм. Полтонны, 500 килограмм он с прицепа перевозил сюда. Буду заливать стяжку. Короче, поднимает на холостых. Без проблем. То есть полтонны я только что по двору перевозил. Едет все нормально, с трактора устойчиво. То есть в этом плане без проблем. Короче, 500 килограмм берет веса. По мешкам проще простого, грубо говоря, померить. Сейчас я сюда вывалю и будем заливать. Вот так вот. Вывез металлолом. На обратном пути купил цемент, арматуру. Сейчас буду заливать плиту. Вот. Как-то так. Ну все, работаем.